Луиза. Это универсальное предложение на каждый день топ Луиза. Внимание, у нас есть 6 цветов на выбор. 500 рублей экономия. И посмотрите, какая яркая, эффектная вещь. Смотрите, какие цвета. Малиновый цвет очень яркий. Уже мечтаю, когда же малина поспеет, будем ее собирать. Смотрите, у нас есть также более темные, приглушенные оттенки. Сливовый, цвет сливы. Тоже очень модный, стильный и эффектный. Далее, голубой цвет. Ой, какой небесно-голубой, красивый, красивый. Но это еще не все. Да, зеленый, практически малахитовый. Вспомните, настоящий камень, эффектный, яркий, стильный, глубокий цвет. Малахит. Продолжаем. Для тех, кто выбирает пастельные оттенки, для тех, кто любит светлую гамму, могу предложить сразу два. Это бежевый и белый. Вот, вот. Выбирайте свой на ваш вкус. Итак, всего у нас 6 цветов. Ну что ж, давайте насладимся теперь на наших моделях, посмотрим, как выглядит на фигурке. Это топ, топ Луизе. Ну и, конечно, обращаю внимание, что и с брюками, и с юбкой смотрится очень хорошо. Ты знаешь, хотела что спросить. Владимир, как ты считаешь, эта блуза понравится какой женщине, которая предпочитает вот какие наряды? Но эта блуза подойдет вообще инноваторам и к тем, кто любит классику, потому что блуза сама по себе лаконичная. Посмотрите, мы отдаем весь акцент, все звучание краски. То есть краскам, вот насыщенному цвету. В остальном блуза сама по себе, конечно же, скроена. Как говорится, все гениальное просто по этому принципу. Давайте посмотрим. У нас достаточно широкие плечики. Это не топ. Хотя называется топ, но я бы все-таки назвала его блузой. Немножечко слегка на пару сантиметров спущенный рукав, спущенная пройма. Это прикрывает зыбкую зону. И посмотрите, укороченный вариант. Кстати, очень хорошо, не будет передавливать под животиком. Будет топорщиться. Вы видите такой легкий приталенный А-образный силуэт у нашей блузы топа Луизе. И сразу мы хотим вам доказать, что наш топ Луизе сочетается и с брюками, и с юбкой. 6 цветов на выбор. Вы выбираете те цвета, которые нравятся вам больше всего. Посмотрите, какая роскошная юбка Валерии. Сразу после презентации топа у нас начнется полная презентация юбки. Уже можете заказывать. Вместе с топом юбка вам достается за 2999 рублей. Ну и какая же прелесть с брюками Холли. Нравится синий цвет брюк и голубого цвета топ Луизе. Звонки без бесплатные. И еще хочу вам предложить. Обязательно сделайте заказ прямо сейчас. Сделайте свою первую покупку на Shop & Show. Потому что цена доступная, вещь базовая, всесезонная. И вы еще получаете в подарок дивное украшение на голову. Да, вот к этому топу вы получите действительно украшение, которое может вам не только создать красоту, но также и практичное. Сейчас Олечка покажет вам. Пока смотрим на ткань. Мы видим, что ткань топа Луизе тянется. Это высококачественная вискоза. В связи с этим, девочки, мы не берем на размер меньше. Нам не надо, чтобы нас обтягивало, облегало слишком, чтобы мы были как гусенички. Нет. Мы выбираем размер. Пусть этот топ благородно обнимает вас. Если у вас пышная грудь, если у вас прям большой объем по груди, тогда возьмите на размер больше. Вот то, что важно сейчас услышать. Прислушивайтесь к советам, и вы будете с удовольствием долго носить свою любимую блузу. Посмотри, Оль, тебе тоже показываю. Да. Здесь эффектная имитация банта. То есть у нас есть центральная часть, а вот эти милые такие складочки, которые расходятся, по сути, вся блуза является красивым бантом. А это центр композиции. Сюда можно, например, пришпилить красивую, эффектную декоративную булавку. Или, возможно, у вас есть брошка, которую вы любите. В общем, поиграться здесь есть с чем. Длинная, достаточно глубокая декольте позволяет здесь носить также, например, цепочки. Сейчас возьмите карандашик, отметьте, какую расцветку вы выбираете. Если вы любите спокойные оттенки, давайте посмотрим. У нас есть, во-первых, спокойный зеленый, так называемый малахитовый цвет. У нас есть благородная слива.
Рекомендую всем, кстати, с яркими губами будет смотреться очень изящно. Далее цвет малины, малинка. Наш скоро совсем поспеют все ягодки, мы будем ими наслаждаться. А пока носим малиновый цвет. Далее, Олечка, у тебя в руках. Голубой цвет, очень красивый, кстати, чистый. Небесно-голубой цвет топа. И далее у нас идут две базовые расцветки. Это бежевый цвет. Посмотрите, кстати, очень благородный, богатый бежевый цвет. И белый, конечно. Без белого топа никто не представляет своей Олечка, жизни. Ты знаешь, очень много желающих, поскольку топ это базовая вещь. На лето мы вынуждены уже двигаться дальше. Нет терпения ждать. С этим топом мы рекомендуем вам юбку.